На конкурс «Дети читают стихи» labyrinth.ru Корягина Злата, 6 лет, город Балаково. Деньки стоят погожие. Михаил Плецковский. Деньки стоят погожие, на праздники похожи, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки распускаются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. Покинув страны южные, вернулись птицы дружно. На каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. Пришла пора весенняя, пришла пора цветения, и значит настроение у всех людей весенняя.